Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Вот хотел бы поделиться чудо-изобретением. Зараза какая-то меня укусила. Чудо-изобретением. Сделал вот такой выпас для цыплят маленьких, чтобы им было веселее. Поэтому по природе бегать. Вот такая чудо-выгул у меня получился. Согнул дуги из проволоки. Проволочка тонкая, там пятерочка или шестерка. Кинул сверху сетку. В магазине купил по 26, по-моему, гривен метр. Ну, короче, вышло это недорого все. Плюс очень удобно. Вот смотрите, вот вечер у нас сейчас. Сейчас будем их загонять на место для ночевки. Сейчас мы их будем выпускать. Они, ребята, дрессированные, поэтому сами знают, куда им идти. Ой, горобцы, а ну на место. Место, я сказал. Тимон, загони с той стороны. Давай, давай, давай. Сейчас мы эту банду всю загоним. Пришлось использовать основной инстинкт. Дать им пожрать на ночь. Туда они залезли. Так, значит, что я хотел показать в плане своей чудо-клетки. Значит, чудо-клетка. Она без дна. Видите, да? Короче, самое чудесное в ней это то, что она ни хера не стоила. Я его слепила из того, что было. И теперь появилась возможность не ходить рвать травку для моих цыплят, а просто ставить их на травку, хотя они сами ее сервут. Плюс эта штучка у меня переносная, легкая. Видите, да? И, соответственно, я ее в любой момент могу в любое место поставить. Место много не занимает. Использую пока для маленьких цыплят. Но я так мечтаю посадить туда бройлеров. Еще их там мариновать. Цыплята пока маленькие. Их никто не обижает, а то повадились и куры постоянно, крали у них еду. Я не знаю, кто только к ним не пытался залезть. Вечно головой бились в сетку все гады. И сейчас уже все успокоились, знают, что пройти нельзя к ним. Поэтому цыплята чувствуют себя вольготно. Стали лучше кушать, расти. Оббил чуть-чуть кусок этой моей конструкции, обтянул сеткой. Ну, сетка для создания тени. Жарко сейчас, лето у нас. С такой сеточкой классно, они там ездят спрятаться от солнца. Вниз просто, вот видите, как скажем, прокрутил обычной лентой упаковочной. Чем угодно, проволокой можно было, чем угодно. Все это, ну, держится нормально, в принципе. Здесь даже, видите, просто загибало, ну, нигде ничего не расходится. Дрянь это у меня уже с месяц пользуюсь, очень удобно. Поэтому, ну, соответственно, если вдруг возникнет вопрос, как бы там кого в малолетстве подержать в плане, ну, птичьей породы, вот вполне работоспособный такой вариант. Еще можно добавить, сделать длиннее, там, шире, по высоте, ну, высота, сколько тут сантиметров, наверное, получилось, сантиметров 45-50. В принципе, я смогу держать цыплят до возраста, там, чуть ли не до упора. Так что вот такое вот хотел видео сделать, показать чудо вот такой вот враждебной техники. Соответственно, вход есть один. Ну, можно было вообще не делать и вход. Загонять их просто перевернул, они повыбегали. Водичку ставить, еду водичку ставить очень просто. Приподнял, взял, поставил. Они не разбегаются, в принципе. Ну, в общем, все работает неплохо, удобно, отлично. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго.